Привет, друзья! Новый день в Дубае, и я отправляюсь в Global Village. Это такое удивительное место, где представлены все страны, там представлены павильоны всех стран. Меня очень интересует Восток, меня интересует Пакистан, Иран, Йемен. Отправляется автобус в Дубае от станции метро Mall of Emirates. Автобус номер 106. Оплатить можно серебряной картой NO, поэтому так что впереди новые эмоции, новые впечатления. Я купила вот такой билет. Он стоит 20 дирхамов. Входной билет. Знаменитый карамель. Это как раз тот чай, который практически вообще не видел. Давай, здесь, пожалуйста, пусть. Павильон Китая. Мы туда не можем. Очень надеюсь, что сейчас увижу. Список стран, где что находится. А это же, вы понимаете, что это? Что же это? Лондон. Это не питание, да? Ну вот, друзья, мы на территории. Пожалуйста. Китайский массаж. Дом мод Франция. Италия. Иракский базар. Ой, ароматы какие сумасшедшие, как здесь вкусно пахнет. Смогу найти здесь хотя бы вывеску, где что находится, где какая страна. Потому что территория просто огромная. Пойду нам подряд, пожалуйста, Турция. Ну, это шарфчик. Территория. Неужели в Турции? Турция, да, шарики. Турция, Каппадокия, шарики. А, ну да, это написано просто по-арабски. Я в Турцию не пойду. А прямо рядом с Турцией мой любимый Пакистан. И как раз то, куда я хочу попасть. Здравствуй, Пакистан. Ой,
базар. Базар, базар. Вот такие пакистанские специи, орешки, изюм. Все тут есть. Посмотрите, какая красота. Смотрю. Пока. Шубы, кожа, меха, текстиль. Это невероятные вещи. Это Пакистан, друзья. Нужно очень много ткани. Ткани, ткани, ткани. Все возможно. Арабские Эмираты представили тоже свой ковёр. Смотрите, как он красивый. Чуть-чуть заглянем. How much шафран? Его بعدين تسربي. Saffron, this is the grade one, this and this grade one. 100% saffron without roots, pure saffron. 1 gram 20. And this 50% saffron, 50% roots. You can see the yellow. It's 1 gram 10 dirham. Сирия. Как интересно, Сирия.
очень да. сильно. Да. Ну да? Да. Предлагаю снять мою кольцо. Обручальное. Я сняла свою кольцо. Gold diamond silver watch glass. Excuse me, how are you? Me brilliant. Gold diamond silver watch glass. Did you watch? Did you watch? Watch it. Снял мою кольцо. Yeah, diamond silver watch glasses. Gold diamond silver watch glasses ring shoes leather back leather هذا كله يسوي صفه. Да, что же будет с моим кольцом сейчас? After finishing water. Yeah, for yeah, for carpet, sofa, yeah, cloth, any cloth. My cloth. Okay. My cloth, bin, oil, grease, coffee, shag, cereal. هذا كله يسوي سفاري. Yeah, yeah. أنا كبر، أنا كلوت روب روب روب. يروش؟ Просто исчезает на глазах. У меня нет. After finish water. А есть change? Джинь, джинь, ансаль, ансаль, ансаль. Асали, асали где? Хник, сир хник. Там есть, да? Вам понравился эффект, да? Да. Дорогой, сколько стоит он? Мель кабра, мель клот, мель фурнеша, мель шус кабра, мель батром, это все сделали сафар. Арабий? Где же мое кольцо? Так, он кольцо почистили, все блестит, все камешки заблестели. А можно посмотреть сюда? Потрясающе. А сколько стоит вот такое удовольствие, средство? Вау. Вау. Ну давай, я уж одену тогда сама. А. Да, муж, конечно, увидит, скажет, кому-то дала снять с себя кольцо. Ну все, ладно. How much? 150. Я беру 100 and 1 free. Посмотрите, какой грецкий орех. Тоже угощают. Инжир, инжир. Настоящее сирийское мыло. Оливковое. На вид, конечно, совсем невзрачное, да, но запах тоже, конечно, такой себе. Но говорит, что очень и очень полезно. Женщина передо мной взяла целых 5 брусков. Все это очень напоминает Турцию, ребят, но это не Турция, это Сирия. Такие симпатичные чашечки. Турки, посмотрите, как интересно, да? Hello. How much? 100. 100. Yes, this is copper, material is copper. Ah. It's combat in fire, gas, electric, no problem for color, no change. You have this model or this. How much? The same price. You have this big size. I have this one medium. This one is small one. Mm-hmm. Like this one. I like it for one cups. I will turn on the lights also. Россия, да, что-то.
Африка. Начинаются сумерки. Включилась подсветочка. Сделала очень красиво все стало. Ну, я пошла искать свою. Во время Рамадана работает не с 16, а с 18 часов. То есть, если традиционно в обычные дни он работает с 16 часов, то есть с 4 часов до полуночи, то во время Рамадана он работает с 18 часов. Вот перед нами Египет, Йемен, Бахрейн. Вижу, значит, я правильно иду. Иран. Ой, еще, наверное, с Ирана. Значит, не с Ирана. Ой, как здесь вкусно пахнет. Просто душистое, ароматное место. Это Иран. Душистый Иран. Вот сидит рукодельница, все это дело вяжет. Это тоже ковер, друзья. То есть, ну, конечно, это не ковер, но это выткано все. Солнце. Смотрите, все кафе битком забиты. Людей начался ифтар. Люди начали принимать пищу. То есть свободных столиков. Не то что столиков, мест свободных нет вообще.
живее, друзья. Специи. О, здесь как раз то, что мне надо. Смотрите, даже просто глаза смотрят на все это. Смотрите, что просто красота. Просто невозможно пройти мимо. This small bit from mound is good for immunity system, for body power, for memory. It's very good for health. You like bracelet? I give you the price. Здесь нам предлагают мёд. This one мёд. Ah.
тоже бахур. Тоже бахур. Бахур, яс. Вино бахур, я? 70. Кашу. Кашу, I'm here, yeah. It's from Vietnam, in Fire, Syria. This big size, very nice. This name, Brivigor. No. This is from Colombia, very nice. No. Просто голова кружится от изобилия товаров, людей, запахов, ароматов, специй. Смотрите, какой финик. Самый жирный, самый классный, самый вкусный. Он говорит, съешь меня. Хорошо? How much? Очень хорошо. Очень хорошо. Окей. 1 kilo, 50. Thank you.
То есть не надо крутить, сразу поставил под пресс, и она, вон как она поднимается. Keep 10 seconds. Dry, then turn. На сухой, даже не надо масло. This potato inside this one, potato. А это как картофель. This potato, this same. It's omelet, egg omelet also. Там омлет даже может приготовить, пожалуйста. Crepe, pancake, omelet, whole item, this whole item. Друзья, вкусно. Очень вкусно. Такая лепешка на чудо-машинке, да, на чудо-сковородке. Ребята, обойти все, просто весь Global Village, наверное, за один даже день просто нереально, учитывая, что даже сроки, время перенесли из-за Рамазана, то есть не с 4 часов работы до полуночи, а с 6 часов вечера. Поэтому, ну, одного вечера, наверное, будет мало. Надо будет приехать еще. Я еще в Европе не была, в Африке не была. То есть хочется посмотреть другие. Пока. Наверное, надо завершать эту прогулку, потому что уже 9 часов вечера. Надо еще как добраться до автобусной станции, до отеля. Вам желаю вкусных впечатлений. Пока!
You have red bone? No? I'm gonna get the hangar stick right now. सब्जियां कटनी भी है भाई बेच सब सब को तो बैग पे से मिल रहा है अब पास के पहले क्या कटवा लो बैग से मिल रहा है तो तू भी खा मैंने बाहर बाहर ये लोग अभी ओके सर सिट डाउन ओके यू टेक Thank you.